Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дядя, успокойся, дядя, что творишь? Окей, ребятки, привет, я Дима, давно я не заглядывал в список демоверсий, доступных в PlayStation Store, и тут заглянул, увидел Marvel против Capcom, игрушка, которая выйдет осенью этого года. Хочу поиграть в нее, это файтинг. Я файтинги люблю, но я в файтинги не умею. Так что, если что, сильно меня не ругайте. Но должно быть интересно. Capcom Productions. Усаживайтесь поудобнее, ребята. Приятного вам аппетита. Содружитесь с Marvel. Дети двух вселенных, испорченных, пораженных раком органической жизни. На их руинах мы построим новую вселенную в огне, камне и реальности и космоса. Мощную. Мы выкуем новую жизнь, облеченную в сталь, свободную от грехов, плоти. Мы — Альтрон. Сигма. Мы — ваш бог. Да чё-то как-то херти. Иксгард через 80 дней после... Икс. Страйдер! Страйдер! Капитан Америка! Капитан Америка! Наши отряды заняли позицию. Полчища врага собираются у ворот дворца. Тогда не будем заставлять их ждать. Герои, вперед! И чего? И как это будет? С радостью одолжу тебе щит. Когда мы вместе, исход боя предрешен. 2-2 будем драться, типа. Нанесите удар с помощью... Да все ништяк, я сейчас... Вот смотри, одним ударом. Изи комбо! Я понятия не имею, как я это сделал. Офигеть. Да я просто, зараза, мастер комбинации в этой игре. Капитан Америка начинает. Инфинити Шторм. Ах ты ж... Падла. Дичь. Но это было легко, естественно. Сейчас будет посложнее наверняка. Здравствуй, барышня. Ух, раскидала. Кикокен! Лежать. Жесть. Чун Ли. Капитан Марвел. Готово? Ну, конечно. Получится ли так же зрелищно сейчас? Потому что за Капитана Америка и Мегамена у меня как какая-то... Что-то вселилось в меня. Я не знаю. Не умеете вовремя отступать, да? Они наступают. Ах ты ж, бляха. Что-то у Капитана Марвел не зашло. Кикокен тоже не вышел. Лови, родной. Уже я не получаю, как это выходит. Не понимаю, точнее, как это выходит у меня. Двоих прям. Бум-бум. Жесть. Это еще? Еще, конечно. Принцип Тажибайна, все подряд работает, на ура! Почему они... Ух, Капитан Марвел! Чуть-чуть! Да блин, комбинация, давай! Ладно, Чун Ли, давай, работай ты! Получил ли? Да господи, добить его! Наконец-то! Чун Ли это сделала. Жесть. Готовы к третьему раунду. Новые улицы, бой все тот же. Какая-то жесть происходит. Хочу за Железного Человека поиграть.
Ну, третий раунд. Это кто? Это кто? Доктор Стрэндж. Здравствуйте. Герои двух измерений, добро пожаловать в наш мир. Принц Асгарда вернулся. Ступайте, покажите ему, во что мы вас превратили. Герои двух измерений. Да вы разве герои? Тор! Здравствуй, родной. Вы чувствуете эпик? Я отомщу за Асгард! Сэр Артур, неплохо для такого малыша. Тор, ты тоже ничего. Для языческого бога. А это что? Еще железяки. Нет, опусти копье. Мой народ. Что с ним стало? Тор. Их надо гасить, чувак. А вот и железный человек прилетел. Привет. А это кто? Серьезно? И ты тут? Не дрейфь, крепыш, они просто спят. Потом придут в себя. Со временем. Старк. Спенсер. Артур, копье на вырост. Чувствуешь неуверенность? Только в компании глупцов, железный человек. Он мне нравится. Втроем будем драться или как? Ух ты. Нет, с королем Артуром все-таки. Охренеть, ты что вообще делаешь? Твою мать. Мьёльнир. Давай, Артур. С двух сторон. Класс. Еще раз. Дичь какая-то происходит. Слушай, почему у меня выходят комбинации, я не знаю. На, сверху вниз. Лови, друг. Инфинити Шторм. И в итоге король Артур добил. Рыскай крепыш, маленький, блин. Здравствуй. 7, 6, 8, 6, 9, 6. Данте, приветствую. Ну же, соколиный глаз. Тебе самому-то не стыдно? Оу. Let's call it a tie. Ничья? Эй, Данте! Я пустой, не пора ли дамам поразвлечься? Ну, раз ты настаиваешь, Ракета. Покажите себя. Темненькая, светленькая. Потанцуем! Это круто. В итоге Данте с Соколиным... Ой, с этим, с Барсуком. Ну, давай, Ракета! Ух ты! Такого ты не ожидал? Поворота, друг. Да что за... Отлично. Следующий. Ракета попрыгче будет. Данте что-то не попадает какой-то, он нихера не меткий парень. Зато вот мечом орудует ништяк. Ай, Power Storm не выходит. Ну давай ближе. Есть! Ну, мы добили этим приемом. Д-
Ах, проклятие, их тут как грязи. Придержи язык, командир Редфилд. Это мой народ, и они достойно сражаются. Это был мой дом, Тор. Альтрон Сигма заплатит за то, что сделал. На его дом, Тора народ. Дичь, бич. Напишите в комментариях, кто вам нравится больше, Capcom или Marvel. Ну, то есть, в рамках этой вселенной, вот этой вселенной. Икс! Какой-то медленный чувак. А их опять двое, бляха-муха. Да пипец. У меня комбо не получается, комбо не уходит. Комбы! На! Это было красиво. Абсолютно опять же случайно, но красиво. Крепись, друг мой, я обещаю, я любой ценой освобожу тебя от власти Альтрона Сигмы. Или умру, пытаясь. Почему не перевели? Не знаю. Пафосно. Пафосно. Где доктор Стрэндж? Капитан. Капитан. Доктор. Доктор. Can you get us in? Сможешь закинуть нас? The convergence has left Слияние ослабило магию Асгарда. We can breach the prison Здесь мы сможем пробить тюремные Good. Стены. Отлично. Commander Redfield. Командир Редфилд. Крис. Крис. You ready? Ты готов? Ребята из Marvel хоть знакомы друг с другом, а капкомовцы тоже из разных вселенных, так что это странно. Очень. Yes. Думаю, это значит да. Надеюсь, у заключенного есть ответы на наши вопросы. Есть. Полетели. Капитан Америка, ты? Должны быть. Иначе нам конец. Ну что за пессимизм прям сразу? Иксгард, подземная тюрьма, через 8 дней после слияния. А, слияние, после вот чего. После слияния. Все ниндзя такие. Тихоне такие, аккуратненькие такие. Опа-опа-опа. Доктор? Доктор? Do you feel it? Чувствуете? This psychic maelstrom of torment, страдания и отчаяния. Yeah. Да, дело дрянь. Every prison's the same. Все тюрьмы одинаковые. Есть с чем сравнивать, да? No. Нет. But. Но я упекла немало шпаны вроде тебя. Так. Еще одна шушера хочет люлей. Стоять. Отряд. Нельзя дать им поднять тревогу. Атакуем. Вот тебе секретное задание. Давай, давай, давай. Это было странно. Крис нормально справляется, по-моему. Вообще ништяк справляется. Давай тебе ракета, ты. Ах ты ж... Падаль. До свидания, друг. Крис? Крауть оружие, это вообще пипец. Добиваем красиво, как умеем. Еще и напоследок воздух сиранул. This is it. Мы на месте. О, нет. Не-не-не. Паршивая затея. Rocket? Ракета? Что с тобой? Seriously? Ты еще спрашиваешь, you know, ты хоть знаешь, кто это? Right? Док, ты-то хоть не молчи. И кто там? Кто там в тюрьме? Кто? Commander. Кто? Командир. We've got a job to do. У нас задание.
We're not leaving without him. Мы не уйдем без него. We can't hold these guys мы не сможем forever. Долго их сдерживать. Редфилд knows what he's doing. Знает, что делать. Он собрал небольшую, но профессиональную команду. Кэп, это Соколиный Глаз. Время на исходе. Ты видишь Альтрона сигнал? Он у меня на прицеле. Стреляй. Промах Соколиного Глаза. Да? Нет, не промах. Летел прям в голову. All teams, всем отрядам. Атакуем. Пошли, пошли, пошли. Ух, дрон. Ух, шпага. Смотри, как он использует чужую силу, да, против них самих. Офигеть. Данте, ну ты хоть по яичкам выстрелил бы хоть. Или не вы... Это так смешно, этот Артур. Икс! Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Красавчик, Старк. Недолго это был красавчик. Taste my steel! Вы-то тут какого рожна забыли-то вообще? Ясно. Теперь я понял, какого. Херак, и они стали нами противниками сразу же. Моментально. Фух. Это демка. Ты все еще смеешь бросать нам вызов, принц Асгарда. Ты заплатишь за зло, что причинил моему народу. Спенсер, со мной! Слушай, я говорю, это демка по сюжету, но такое ощущение, как будто это момент из какого-то финала уже, да, ближе к концу, ну или середины как минимум. Хотя, может быть, это начало, сейчас все наебнется, и нам нужно будет все возвращать. Не знаю, нужно дождаться игру, чтобы быть в курсе событий. Ну и пройти сюжет, собственно, да, не просто дождаться игру. Тебе не место на этом троне, злодей. Глупцы, наша воля — закон. Мы уничтожим вас. Ух, Альтрон Сигма! Спонсор, работай! Давай, братан! Ой, красавчик! Ой, красавчик! Прям смотри, что творит, вообще добил! Тор, добивай Альтрона! Не-не-не-не-не-не! Я не могу. А, я, короче, ко мне не может Спенсер прийти. Пока мы в этой херне сидим. Жесть, опасно. Ой-ой-ой-ой-ой, дядя, успокойся, дядя, что творишь? Господи, по-моему... По-моему, Тор упал. А мы, кстати... А мы, по-моему, не выиграем этот бой вообще никак. Хотя я нехило сражаюсь за Спенсера одним ударом. Походу, надо проиграть. Хотя он все время в сраном блоке. Инфинити Шторм! Смотри, Спенсер как херачится. Давай, давай, обратно. Ух! Офигеть, я промазал. Спенсер пал. Тор пал. Палец мой. Сука, пал. Жалкое зрелище. Понимаете теперь, как вы слабы. Альтрон, блин, Сигма. Мой палец охерел. Тебя бить за Спенсера. Ты читерный хрен. Не горюй по своему народу, Тор. Они обрели совершенство. И скоро ты вновь станешь их принцем. Злой Тор, да? Нет? Командир Редфилд. Желаешь сказать что-нибудь заумное? You're going down, Ultron Тебе Sigma. Конец, Альтрон Сигма.
И это все? Одно банальное клише? Какие жалкие последние слова. Что творит? Капитан Америка, спасли. Спенсера тоже. Отлично. С удовольствием, капитан. Вытаскивай нас отсюда, доктор, короче. С удовольствием, капитан. Вот мы и свалили. Ну, Сигме-то не конец. Что-то пошло не так. Прекрасно. Да, теперь нам предстоит дождаться выхода игры. Deluxe Edition включает 6 новых загружаемых персонажей, 6 премиум костюмов также. Включает Сигму самого. А за предзаказ вы получите Standard Edition 2 премиум костюма и 4 премиум костюма за Deluxe Edition предзаказ. Окей, я предзаказывать не буду сейчас. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Это было бодро, но непонятно, если честно. Как-то все это быстро херачилось. Я вообще не разобрался, как в нее играть, но что-то получалось. На легком уровне сложности наверняка против людей будет проблематично и на... В высоком уровне сложности тоже будет проблемно. Такая смесь персонажей в одной вселенной — это интересно, как минимум, Marvel и Capcom. Посмотрим, что выйдет из этого, когда игра релизнется осенью этого года. Спасибо большое за ваше внимание, хорошее настроение. Не забывайте, пожалуйста, посещать Гандол, это мой второй канал. Там проработанные ролики, они вас ждут. Поддержите меня подпиской, а также приходите на мои стримы на моем Twitch-канале. Дальше круче, ребят, пока!